Дорогие мои, мы собрались, чтобы отметить очень важное событие нашего прихода и 20-летия нашего Дома Павлина. К сегодняшнему событию в нашем мастерске была написана икона замечательного святого угодника Божия епископа Наланского Павлина, в честь которого и наш дом и создался. Поэтому мы сейчас поблагодарим Господа, споем тропарь святителю Павлину, окропим святой водой иконочку и прикрепим ковчег с мощами святителя Павлина к иконе. Вот, про этот ковчег нам расскажет Наталья Владимировна, как он попал в наши руки. И на этом эта часть нашего торжества закончится. А так будет еще продолжаться. Икона будет участвовать в празднике нашем 5 февраля, когда день этого великого человека удивительного, о котором тоже я слышал, что вы собираетесь нам рассказывать уже на празднике. Ну, на самом деле, скажите, как это дело было? Да. С самой идеей? Да, батюшка, удивительным образом в этом году наш домашний праздник, посвященный Павлину Милостивому, совпадает с нашим же 20-летием. И мы обычно готовим к празднику спектакль, но в этом году, так как такая дата серьезная и такое совпадение замечательное, мы решили сделать что-то более такое серьезное, и пришла в голову идея провести такой исследовательский проект, который мы назвали «По следам Павлина Милостивого в России». Мы стали искать монастыри и храмы, где есть присутствие Павлина Милостивого, вот эти мощи или иконы, и стали посещать эти места. Первое место, куда мы приехали, это был город Боровск, храм, Никольский храм на Высоком. Чтобы вот там как раз находились мощи, и мы хотели к ним приложиться. Нас очень тепло приняли в этом храме, и настоятель, отец Иосиф, решил как-то вот нас поддержать, эту нашу идею, и подарил нам частичку мощей, вот вы видите, нашего любимого покровителя. И мы восприняли это как благословение и Господа Бога, и самого святителя Павлина на наш такой классный проект. И мы стали дальше ездить. Мы посетили 5 различных мест, где находятся мощи Павлина Милостивого, или, ну, редко иконы были. Вот. Мы вам об этом сообщили, и к вам пришла такая идея тоже написать новую икону Павлина Милостивого. И таким образом сегодня произойдет торжественное событие. Мощи обретут икону, а икона обретет мощи. Это, по-моему, замечательный подарок для нашего святого к 5 февраля, к дню его памяти. Спасибо, вот. Господи. Освящается образ сей благодатью Пресвятаго Духа, окроплением воды сия священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Освящается образ сей благодатью Пресвятаго Духа, окроплением воды сия священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Освящается образ сей благодатью Пресвятаго Духа, окроплением воды сия священной во имя Отца и Сына. Спасибо.
замечание, пока Михаил будет крепить. Пять точек.